Саша, глубинка, друзья. Они все слушают. Бам-бам-бам-бануло. Ты, разве так можно? Ты ж смотри. Взял этой вонючей ногой, блядь. Убил женщину. Бам. Давай, вот 4-9. Упал, сатана. И всем здравствуйте, дорогие друзья, я вас всех рад приветствовать. Собственно говоря, пятничный стримчик снова с нами. Здравствуйте, Олег, здравствуйте, Чен, здравствуйте, Пейн. Привет, Олег. Скажу честно, я человек прямой, я по девушкам. Но твоя красота испытывает мою гетеросексуальность на прочность. Блядь, когда ты начинаешь говорить о колонках и ресиверах, что-то начинает набухать. Сколько времени прошло, не знаю. Ну, лет 5, наверное, я думаю. Так, что тебе надо вообще делать? Без уроков, уроки, Грейс какая-то. Давай Грейс нажмем. В эти выходные Шон остается у Грейс. Ко мне он приезжает с неохотой и всегда торопится вернуться к маме. Правильно, ты живешь, блядь, как долбоёб, нахуй. Жил красивой, охуенной жизнью, а сейчас в халупе какой-то грязной, задроченной живешь. Вот тебе он и не хочет ездить. А там у Грейс новый папа, а возможно даже и не один. Грейс отжала все имущество и хорошо ей. А ты и рад стараться был отдать ей все. Два года? Ну, значит, два года. Похоже, ты простыл. Посмотрим, нет ли у меня лекарства. Угу. Где у тебя лекарство в твоей халупе? Пробуй найди. У тебя такая халупа, что хрен тут что найдешь. У тебя даже телевизора нормального нет, что уж говорить. Но уж архитектор-то в Америке, наверное, прилично зарабатывать должен. Он вроде как архитектор, он рисует там какие-то дома. Смотрит и плачет. Лучше бы посмотрел, как его жену, блядь, в три смычка ебали. Ладно, извините. Трагичная сцена, не стоило, наверное, шутить. Но мне кажется, у него есть там кассетки определенного содержания с женой своей, чтобы, так сказать, дрочить по памяти. Сейчас бабы-то нету, а периодически надо удава подушить в туалете. А чтобы душилось получше, можно чуть-чуть воспоминаний себе нагнать и все. Шону пора спать. Угу, ничего дальше. На телек выключить его. Угу. Нет, Шон, и не спорь. Так нечестно. Мама разрешает мне смотреть телек после школы. Да маме похуй, потому что на тебя. Мама, блядь, ебется на со всеми, блин, там. Ей вообще глубоко насрать, блядь, с кем ты там, блядь. Чем ты там занимаешься, телек смотришь или не телек, блядь. И главное маме, чтоб ты маму не доебывал, блядь, пока ее в три смычка ебут, блядь. И все. Вот что нужно маме, блядь. А папа о тебе, он пытается заботиться еще.
Так что, блин, ценил бы лучше это. Папку-то ценить надо. А то его и так никто не ценит. Мать бросила. Все бросили. Живет в халупе в какой-то. Я сам старый пердун. И машина у меня тоже старая будет. Поэтому молодые парни на BMW катаются, а я буду кататься вот на этом пожилом Кадиллаке там или что у него там. Какой-нибудь Бьюик. Это дед, что ли, донатил? Олег, извини, что я так смотрел пристально за тобой. Просто это была любовь с первого взгляда. Ночью ты иду душить тебя. У меня есть ключи от этой квартиры. Бля, ночью дед ко мне приехал. А у меня как раз нету этой защёлки внутренней, блядь. У меня только дверь ключами открывается, по факту. По факту любой человек, у кого есть ключи от этой хаты, блядь, может ночью ко мне прийти, блядь, и душить меня. Пиздец, блядь. Если бы это была правда, я бы очканул. Да мем про деда, смысл в том, что, блядь, я заехал в эту хату, и меня дед караулил, блядь, смотрел пристально на меня. Потом вопросы наводящие задавал. Сегодня с утра приехал на машине, смену сдал. Дед выходит из подъезда с собачкой и смотрит, стоит, сука, как я паркуюсь. А там парковка такая еще, блядь, неудобная. Ну, типа, как вот, ну, это ж старый жилой фонд, там вообще не предназначено ничего для парковки. И там вот так узко-узко перед домом получается. Я когда паркуюсь с задней частью машины, у меня машина огромный длинный корабль, она у меня почти 5 метров. А там-то в основном машинки маленькие стоят, все коротенькие, там типа метра по 4. Потому что, допустим, какая-нибудь там Лада десятка или четырка, она там, не знаю, где-то 4 метра, а то и меньше порой они бывают, всякие копейки там еще меньше, она вообще короткая. А у меня огромная баржа. И я вообще просто не помещаюсь, я, блин, еле-еле запарковываюсь. И мне там в несколько движений надо парковаться, блин. А дед стоит и смотрит на это, сука. Кто приехал, блядь? А потом идет с собачкой, уходит и чуть ли не задом идет и, не смо... и смотрит. Дед КГБшник сраный. Где-то выше этажом живет там. Медвежонок там, блядь, сел на лицо ежику. Нет! Нет! Подожди! Нет! 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 Ты, блядь, не хочешь-то? Выехай ты, ебаный сатана. Так, а может антенны вот эти выкручиваются? Давай попробуем их выкрутить. Выкручивается. А, вот эта кнопочка отцепляется. Опа! Ай, сатана! Ха-ха-ха-ха! Я победил. Видали? Ай, сатана! А тут паутинка! Вы видите паутинку? А я ее вижу. Тут хорошая паутинка, скажем так. Скажем так, тут хорошая паутинка, черт бы его побрал. Оу, shit, fucking shit. $300. Ай, хорош. Да, хорош. Хорош, хорош телевизор. Телевизор-то хорош. Добренько всем. Олег, радуешь стримы и продолжай в том же духе. 100 на фильм Блеф с Челентана. Спасибо большое, я добавлю на фильм. Значит. Тут разряда нет. Разряд вот здесь. Олег, ты как старый гинеколог полез в старые дебри далека. Мое почтение. Так, сейчас будем разбирать. Олег, ты как старый
гинеколог полез куда-то там. Спасибо большое за донат. Да, я как старый гинеколог полез. Эти два отцепляем. Эти отцепим. В общем-то, все практически. То, что надо, я отцеплю. Да, блядь, давай выехай ты, ёб твою мать, блядь. Выехай, нахуй. Что ж ты, сучка, застряла? Да выехай ты, блядь. Ёбаный ты. Шоколёнок, а? Вот так вот. Аккуратненько, аккуратненько, аккуратненько. Так, ну вроде бы все, вот так вот. А вот и плата смета. Так. Вот, например, вот такой. Так, у нас есть вот такой пеструнчик. И надо бы нам как-то этот пеструнчик, не знаю, что бы сделать. Ну, допустим, если мы его вот туда вот так засунем. Шприц этот у нас что, подходит же к этим болтикам? Так, тут даже не болтики, саморезы какие-то. Да, блядь, она, сука, прокручивается. Давай. Тварь, блядь, непрочная, сука, ебаная. А вот так крутится нахрен, вот так вот, вот так. Херня, блядь, на изолете ни хера не держится. Ой, ой, блядь, ну-ка, надо трубку искать. Потверку типа вставлять в трубку, чтобы это все не прокручивалось. Иначе это все прокручивается и толком не работает, как я хочу. Какой инструмент сделал? Пойдет? Это сексуальная сцена с Эбби и Овном. Это вообще страх, блядь. Стоит такой мальчик-попугайчик, блядь, и такую девочку, блядь, которая, блядь, в 5 раз больше, чем он весит, нахуй, и с одного удара его ушатает. Он берет и трахает ее. Пиздец, нахуй. Не знаю, мне это лично вообще не нравится. Как будем разряжать? Я как старый гинеколог сейчас залезу. Под присосочку залезу. Рука в заде. Всё, я сейчас разрежу его нам. Опасно, блядь. Итак, на счет 3. Надо не касаться, блядь, железки-то этой, сука. 2! 3! Ебать! Да, блядь, друзья, произошла тут просто пиздец какая катастрофа. Я, блядь, в ахуе сижу уже второй день. Я, блядь, это меня выбило, короче, нахер из колеи вообще. Охренеть просто, блядь. Такого фиаско в моей жизни еще никогда не было. На этом, собственно говоря, всем до свидания, всем до скорых встреч и удачи. Так, иди нахер. Эй, а чё так, блин, до хрена-то это?